Елизавета Федоровна Романова – сестра жены последнего императора России Николая II. Она вела светскую жизнь, но также была известна тем, что стояла у истоков благотворительной деятельности в России. В историко-краеведческом музее Николы Березовки есть отдельная экспозиция, посвященная великой княгине Елизавете Федоровне. Елизавета Федоровна Романова – это тот человек, который всю жизнь свою посвятил благотворительности, да, помощи людям. Она создала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, да, после смерти мужа. Все свои средства, которые ей достались, она именно потратила на то, чтобы построить Марфо-Мариинскую обитель. Там же они принимали у себя больных, детей, сирот она собирала с округи, также всех военных. Во время русско-японской и Первой мировой войны Елизавета Федоровна была во главе практически всех благотворительных организаций Москвы. Сестры Милосердия выхаживали и ставили на ноги бойцов и целыми днями готовили перевязочный материал для фронта. Елизавета Федоровна на свои деньги организовала несколько санитарных поездов, устраивала в Москве госпитали для раненых. Ее визит в Краснокамский район тоже был увенчанным благими намерениями. Узнав о том, что в Николе Березовке есть священное место, это Николая Чудотворца, она приехала сюда. И приехала она не один раз, как обычно во многих местах, она сюда приехала два раза, это в 1910-1914 годах. И оба раза ее встречали с хлебом солью. Узнав о том, что тут произошел пожар, написала челобитную или письмо Николаю II, и сюда выделили 1000 рублей. По тем временам это очень крупная сумма. А в 1914 году, когда она приехала, она была не только в Николо-Березовке, но и в окрестницах деревнях. Это Орлан, Мажары, вот какие ближайшие деревни были, она туда ездила и дарила маленькие подарки о своем прибытии. Это был первый приезд представителей царствующей династии в Краснокамский район и событие, о котором говорили все и всюду. Приезд такой величины в то время был очень большим событием. В память о пребывании великой княгини Елизаветы Федоровны местным меценатом Тетеревым был заложен и построен Елизаветиной кладезь, который был в 2003 году. Нам хотелось бы, чтобы был памятник, посвященный ей, именно Елизавете Федоровне. Вот у нас очень сильно развивается школьный туризм, башкирское долголетие. Когда мы рассказываем про Елизавету Федоровну и показываем стенды, у нас спрашивают и дети, и взрослые, что еще про нее можно сказать, почему она сюда приехала. И мы уже говорим об основании Березовки. Говорим о том, что был заложен храм, кстати, самый высокий, считается, в Башкирии, более 60 метров от колокольни. И они говорят, что еще можно сказать? Мы ведем ребят на Елизаветиной кладезь, рассказываем, что посвящено ей, что это священное место. И говорят, у вас есть памятник, посвященный ей? Мы говорим, пока нету, но хотелось бы, чтобы был памятник. Разговоры о строительстве памятника шли давно. Место его установки определили в исторической части села у храма. Мы посоветовались с Ради Фаридовичем, с главой администрации, с владыкой Никоном насчет установления монумента святой великой княгини Елизаветы Федоровны. И было получено разрешение от нашего владыки, от главы местной администрации было получено разрешение. Так как в наше время финансовое положение нелегкое, поэтому мы решили всем миром поучаствовать или принять участие в сборе средств для строительства этого монумента, для того, чтобы увековечить ее память. Денежки немаленькие, поэтому, как говорится, с миру по нитке. И если мы поучаствуем, то для каждого человека это будет особое благо. Рука дающего не оскудеет по возможности.
постарайтесь поучаствовать. Но любые начинания, а тем более такие масштабные, требуют серьезных вложений и подготовки. По вопросу строительства монумента по решению Николо-Березовского сельского совета был объявлен открытый конкурс на лучший проект по созданию памятника княгине Елизавете Федоровне Романовой. В состав конкурсной комиссии были привлечены общественники, известные специалисты в республике, скульпторы и художники. Итогом работы комиссии стало признание единственного участника победителем открытого конкурса на лучший проект по созданию памятника великой княгине Елизаветы Федоровны Романовны. Акционерное общество «Международный центр колокольного искусства. Город Москва» на сумму 3 327 тысяч рублей. По вопросам внесения благотворительных средств для постройки памятника желающие могут обратиться в Троице-Никольский храм. По сей день эта историческая фигура вызывает интерес и притягивает внимание. Историко-архитектурный комплекс, включающий в себя Свято-Никольский храм и более 20 исторических зданий, построенных в XIX веке, не имеет аналогов на территории Башкирии и Приволжского округа. Памятник Елизавете Федоровне займет в нем достойное место. Если и вы хотите быть причастны к такому историческому событию, как строительство памятника великой княгине, можете внести свой вклад, обратившись в Троице-Никольский храм.